Так. Короче говоря, плюсы отдыха в Европе. Прежде всего, это старинная архитектура. Множество доступных вариантов, где остановиться. Неплохо. Долгожданный отдых под солнцем. И не только. Вау! Вот это да! А также море идей для семейного отдыха. Активный отдых в городской среде. Здесь всегда можно вкусно поесть. И заполнить ленту крутыми фотками. И все это в Калининграде? Круто! Доступная альтернатива Европе. И даже виза не нужна. Короче говоря, лечу в Калининград.